Безусловно, если нет противопоказаний к использованию очков и линз, а также лазерной коррекции, пациент решает сам. Но линзы и очки имеют ряд существенных противопоказаний. В частности, линзы могут вызывать инфекционные осложнения. Использование очков может вызывать дискомфорт в виде головокружения, головной боли. Лазерная коррекция лишена таких отрицательных эффектов, поэтому лазерная коррекция имеет преимущество перед использованием очков и линз.